Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить игру Dino Crisis 1 для первой PlayStation. Ну и в этой серии мы постараемся запустить генератор третьей энергии. Немножко я вам той серии наврал. Не надо нам ни в какой низ. У нас еще же не все детали собраны, собственно говоря. И поэтому мы сейчас отправимся добирать то, что не собрано. Они собраны у нас, по-моему, две или три части еще. Так, ух ты, блин. Че они там жрут или че? Ах ты, блин, сволочь такая. Так. Отдыхайте там, ребятки. Так, комната стабилизации экспериментов. А, опять я не туда, нет. Это здесь мы уже его собирать будем непосредственно. Стабилизатор с инициализатором. А у нас еще нету того, что мы будем собирать. Чтобы что-нибудь собрать, нужно сначала что-нибудь разобрать. Так, еще где вы там есть? Да и фиг с вами. Воу! Воу! Ребята, нифига вы какие прыткие. Так. Блин, регинку. Ну ладно, хоть кровью не истекаем. Поэтому не так страшно. Так, и здесь вот давайте еще раз эту бумажку прочтем. Помните, я вам говорил, что головоломка, в которой мы с вами звуки, помните, проигрывали. Там были у нас, фигурировали циферки. И вот здесь как раз подсказка, как достать последние части. Прежде чем включать генератор, нужно установить следующие два устройства. Угу, инициализатор, ну это мы уже читали. Так, и в конце тут где-то должно быть написано. Так. Вы найдете модели деталей внутри кейса. Видели, проверьте их, рассмотрите. Если вы разобьете на части числа, которые вы использовали при получении сердцевины, и добавите 0 каждой из цифр, то вы получите пароль, необходимый для получения доступа к другим двум защитным деталям. Вот. Над этой, блин, загадкой я тоже достаточно долго голову ломал. Думаю, да как же разбить на части попарно или по, не знаю, по 3... В общем, оказывается, цифры у нас были такие. 367, 204. Их, получается, на две части разбиваем. Ой, вот сразу тогда здесь и применим. Так, нам диск планирования нужен. Где ты? Регина прямо у нас профессор. Так, вот. Здесь все 4 цифры. Я думаю, если попарно разбивать, то как бы это слишком много получится. Оказывается, нужно на 3 разбить, и у нас тогда получится к первым трем цифрам, если добавить 0, то получится 0367. Вот. Первые три цифры у нас, соответственно, были 367. Вот. Блин, прикольно, еще один механизм у нас тут сработал. Все, у них тут защищено, все. Прям такое футуристическое. Механизмы, какие-то электронные замки. Так, ну а здесь, соответственно, вторые три числа. А, блин, опять диск планирования, забываю. Диск планирования, куда же без него. Так, интересно, вот, если они этот диск планирования потеряют, что они будут делать? Так, 02, 04, соответственно, получается, потому что следующие три цифры у нас были 204. Получится, добавив впереди 0, получим 0204. Вот такие вот мега устройства. А, так. Ага. И еще одна. Это у нас защитные части. Все. Теперь у нас на руках все абсолютно детали. Еще раз посмотрим, как они должны выглядеть. Вот так в итоге сейчас они у нас должны выглядеть. Пойдем их сейчас собирать. Так, там динозавры у нас впереди.
скушать что-нибудь. Давайте скушаем. Вот и пойдем экспериментировать. Авось что-нибудь удастся собрать. Так, вот так вот сделаем. Закроемся, и пускай они там тусят между собой. Все, беготня, в принципе, у нас подходит к концу. У нас останется теперь только запустить еще генератор. Так, чтобы нам его... Ключ-карта, где у нас? Вот они, элементы. Любой применяем. Соберете детали, которые у вас есть. Да, конечно, соберем. Тут все в вакууме, короче, собирается. Все очень серьезно. Вот так вот. Опа. Чик. Это у нас что там? Инициализатор готов. Да, инициализатор. А, нет, то был. Стабилизатор. Ау-ау-ау-ау. Блин, не успел развернуть. Попробуйте еще раз. Конечно. Ну. Так, вообще не надо было двигать. Оп. Да как так? Все же было нормально. Так, ну где там? С какой ты стороны полетишь? Чик. Одна готова. Теперь инициализатор. Чик. О, она. Есть такое дело. Собрали. Ух ты, видали там, видать, какой-то сенсорный экран, что ли, у них. Ну, конечно, в то время это все так смотрелось. Настолько необычно. Да ну и сейчас прикольно смотрится. Так, ладно, вот. Все. Теперь все, что у нас есть, мы теперь будем использовать для запуска. В общем, два вот этих механизма. Две эти детали. Для запуска генератора третьей энергии. Что бы это ни значило. Так, ага. Бежит, 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 бежит. Бам! Давайте-ка мы его замочим. Нам патроны уже почти не пригодятся. Регину так отдача несет. Все. Все, два трупа. Так, что тут у нас? А, у нас тут еще, кстати, есть красный бокс. Давайте-ка заберем все, что здесь есть. Яд. И гранаты. Гранаты нам... Ха-ха-ха. Небольшой спойлер, скоро понадобится. Ну, я думаю, поняли, для чего. Так, теплогранаты какие-то. Обычные возьмем. И кнопочку сорт. Так, все. Идем, бежим, точнее. Бежим на всех парах к генератору. Сейчас будем запускать. И делать биг бада бум. Так.
Так, подождите-ка. Что-то я не туда, по-моему, убежал. Да. В этих коридорах и нигде не указаны ни направления, ничего. В первом исследовательском комплексе там еще хоть где-то были стрелочки. Че, куда? Как тут, тут новый сотрудник, он тут охренеет во всем этом разбираться, к примеру. Опа! Спишь, дорогой, долго? Регинку так не взять. В спящем состоянии. Так, сначала съездим вниз. Да. Серьезная такая прям вообще. Не понимает, что тут может все рвануть. Вообще в играх Capcom концовка игры всегда сопряжена с какими-то мега заводами, в которых мы что-то запускаем, что-то собираем. И всегда, почти всегда в конце включается режим самоуничтожения. Вот что. Так, вот, тут еще что-то есть. Ага, прикольно. Мы же с вами не включили сам генератор еще. Блин, опять я чуть-чуть подзабыл. Вообще, концовку игры плохо, конечно, помню. Потому что примерно до середины игры мы, ну, еще даже в детстве, проходили много-много раз с Лехой. И путь уже помнишь там. А вот до конца игры доходили всего пару раз, наверное. Ну, после того, как вот решили ту загадку с эмблемами Сол и Лео, игру-то проходили всего лишь несколько раз. Ну, даже не несколько раз, а, наверное, раза два всего. Поэтому концовка игры не очень сильно помнится. Это хорошо, что я еще ее пробежал. Ну, перед вот этой записью я вам уже говорил, что я пробежался, перепрошел ее разок. Ну и то уже концовка немножко подзатерлась. Куда, в какой момент бежать? Так, ну вот мы это сейчас питание подали. Питание генератора включено. Вот нам дядька внимание, сказал. Подключите к генератору инициализатор и стабилизатор. Ага. Подключим. Так. Ой-ой-ой. Да что ты во все врезаешься? Набегалась уже, конечно. Сколько уже? Почти 5 часов бегает. Беспрерывно. Так, нам лучше сначала вниз съездить. Все на хрупких женских плечах. Ленивые мужики ничего не хотят делать. Гейл только строит из себя такого крутого мужика, а сам все задание где-то по каким-то своим делам бегал, не знаю, что у него. Может, у него тут какая-нибудь это любовница есть или еще что. Ну, хрен его знает, вечно куда-то бегал. Ну, а Рик тот вообще парень, красавчик. Всю миссию просидел за компом, раскладывая пасьянсы. Так, сюда мы что там вставляем? У нас инициализатор. Все на автомате, прямо все куда-то. Раз его засосало, притянуло, ток пустило. Прямо гипертехнологии. Так, включаем. Угу. Ух, что-то заработало уже. Вообще, даже немножко вот этот вот... Вот это фасилити, этот завод...
мне напоминает, даже вот этот мостик немножечко напоминает ангар из первого Metal Gear Solid, где чуть не сказал Т-Рекс, где Metal Gear Rex находился, тоже там приходилось Снейку долго бегать взад вперед с этими card keys. Вот, и ну, я думаю, всех, кто играл в Metal Gear Solid, тоже напоминает, в общем, чем-то так ненавязчиво, да? Все вот эти конструкции. Не помню уже, как там тот ангар назывался. Nuclear Storage Facility или как-то. Или что-то в этом роде. Так, стабилизатор, все. Сейчас инициализировали, сейчас еще стабилизируем. И все, взорвируем. Все просто. Все поэтапно, просто. Беготни только много. Все, сейчас осталось только на кнопочку нажать. Умный какой компьютер. Прекратить. Внимание! Мощность третьей энергии приближается к критической точке. Попытка снизить мощность. Я тебя снижу сейчас. Регина, я довел значение энергии до максимума. Ну вот, помни, что после перегрузки пути назад не будет. Значит, мы не будем оглядываться. Устроим себе прощальный салют. Внимание! Безопасные параметры превышены. Перегрузка третьей энергии. Немедленная эвакуация всего персонала. Повторяю. Немедленная эвакуация всего персонала. Так, ну вот, игра немножко поиграла сама в себя. И как я, в общем, и говорил, в конце всех капкомовских игр запускается какой-то режим самоуничтожения, и этот суперсовременный завод, где бы он ни был, он начинает просто разрушаться. Так, вот эта вот гадина там появилась. Не в тему. Сдохни, тварь. Все, нам уже, в принципе, тут осталось. Ну, нефиг нам, короче, ничего беречь уже. Валим отсюда. Так, 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 так. Там Гейла, видели, прибило вентиляционной какой-то трубой здоровенной. А Кирк опять убежал. Будь он не ладен. Какая-то вошь какая-то неуловимая. Поймай Кирка, скорее. Расслабься, Гейл. Вот, возьми это. Прикрепи к передатчику. Гейл, Гейл!
Хорошо. Уровень нагрузки повышается. Отлично. Еще немного. Гейл, что с ним случилось? Я не знаю, но Кирк ушел. Я убью его! Вот и все. Осталось только убежать. Пойдем. Подожди, а как же Кир? Что Кир? Если он еще жив, это чудо. Забудь о нем. Не забывай о задании. Вы не сиделки. Извини, но у меня есть совесть. Я увожу тебя. Немедленно. Нет, уходите вдвоем. Я разберусь с Кирком. Что? Ты сошел с ума? Забыл о нашей ситуации? Третья энергия вышла из-под контроля. Оставаться здесь — самоубийство. Я знаю. Если я не вернусь через полчаса, уходите без меня. Эй, сделай что-нибудь! Так, ну и вот нам тут опять предлагают последний уже выбор в этой игре. Но мы, как обычно, выберем идею Рика, чтобы получить самую классную концовку. Вот. Смотрим. Гейл! Спасибо. Этот шут заслужил это. Пойдем. Так, ну вот, по сути, они взяли немножко Гейлу за все отомстили, за то, как он с ними обходился по ходу всего задания. Вырубила его Регинка, молодец, прям восхищаюсь я этой тетенькой. Эх, молодец, чертовка. Все моет, и даже мужика вырубить. На кухне с ней шутки очень плохи. Так, здесь нам предлагают вот идти туда спасаться, но мы сейчас сделаем небольшой финт ушами и туда не пойдем. Мы сейчас с вами пойдем вот... Нет, не туда зашел. Мы сейчас с вами возьмем вот этот вот приемничек, используем его и увидим вон там белую точечку. И красная комната мигает. Это там у нас расположен, значит, доктор Кирк. Ну, вы видели, что Гейл успел на него прикрепить передатчик. Вот. И мы сейчас пойдем туда, дабы его все-таки схватить. Неуловимого нашего доктора Кирка. Вот, и постараемся заработать концовку самую хорошую. Но это я предлагаю нам сделать в следующей, и следующая серия, в принципе, будет уже заключительной. А сейчас я с вами прощаюсь, надеюсь, что вам все нравится. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. И всем всего доброго. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.